Надо опробовать новый арсенал. Плохое начало. Нет, так не годится. Чё-то мне стрёмно уже. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Раджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Ну как так можно, а? Не распыляйся. Хо-хо, повезло им, что у меня силы пропали. Только вас сейчас не хватало. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна твоя помощь. Погоди, стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а геймерские... Так это же хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай, ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил! Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, пусть Делфин. Я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет, пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... О, черт! Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, не идешь, я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал! О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Thank you.
Ху-ху-ху! Джекпот! Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Они ничего не поняли. Видал? Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Да, создаю вещи силой мысли. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсон, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично, помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил? Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Шикарно. Кстати, я тут видел парочку акул. Они опять за свое. У меня теперь есть классный новый меч. Может, устрой... Раз уж я тут, можно и приложиться. А, черт. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Да нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Посмотрим. Я могу исчезнуть, ударить и убежать. Против авиации мне это не очень поможет. Куда? Это же самое веселое! Клево! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать! Мы проводники, своих не бросаем! Ладно, исправлюсь, обещаю. Еще один нашел? Это довольно близко, спасибо. Делсин, в то же место направляется кучка дезовцев. Но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что там у них. Главное, я не один.
это подойдет. Мутанты, вперед! Да, ура, и все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит у тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. А я-то думал, что круче уже... Ну же, Юджин, ты способ... Элсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? Ха, у меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Вот почему хорошо быть проводником. Никаких заморочек с отношениями, одни способности. Это моя тема, способности. И приятно слушать, как бандиты орут. Молодец! Захочешь погулять по городу, скажи, загляну в твои края. Редж, извини, что опоздали, но мы тут с Юджином сейчас здорово врезали акулам! Эй, во-первых, я рад, что вы все еще живы. А во-вторых... Прости, въезжаю в тоннель! С этим надо завязывать. Сразу, как только это надоест. Слушай, ты мне не поможешь? Я тут слежу за акулами, и, по-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям, обсудим план. Thank you.